На счету героя СССР 242 боевых вылета на разведку и бомбардировку объектов противника. Участвовал в битвах под Сталинградом и на Курской дуге, сражался под Кёнигсбергом и Варшавой, брал Берлин. Он был настоящим человеком-легендой. Сердце летчика перестало биться 22 июня, спустя ровно 76 лет со дня начала войны. Соболезнования родственникам и близким выразил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Совсем недавно мы поздравляли Николая Павловича с большим юбилеем, столетием. И вот его не стало. Это большая и невосполнимая утрата для всех, кто знал и ценил этого мужественного, сильного духом человека, настоящего патриота, героя, защитника нашей Родины. Николая Жугана называли легендой. Действительно, для нас он таким и был. Несмотря на почтенный возраст, занимался патриотическим воспитанием молодежи, делился опытом, старался быть полезным, ставшему родным городу и краю. Вся Кубань скорбит об этой потере. Память о Николае Павловиче всегда останется в наших сердцах. После войны Николай Жуган продолжил службу в армии и командовал авиационной дивизией. В 1960-м в звании генерал-майора ушел в запас. В числе его наград орден Красного Знамени, медали за оборону Сталинграда и за победу над Германией.